Welcome to the Romanian River Channel and my playthrough of Chernobylite. Though for some reason it's called Chernobyl Game, whatever, in the executable area. Interesting. Hopefully this will be what I'll be sticking with, at least up until Stalker 2 comes out sometime in the end of this year. Hopefully. Hopefully. In any case, let's get on as we mean to go on. Let's see. Let's go with show always. I'm gonna leave those there. Management. At my level. I never was much of a macro player. Надежда на будущее. Корпорация НАР начинает испытание новейшей разработки. Технологии рекультивации. Кольца 90, плутон 240. Некоторые никогда так и не бросили свои дома, а кто-то даже вернулся обратно. Дети на вывезенные из зоны отчуждения. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников. Они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно. Саркофаг трогать нельзя. Okay. Where that was a decently cute looking glass that was ghostly. Paranormal lovers, okay. Игорь, просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Хименюк, окей. Боже, как приятно вернуться после стольких лет, правда? Yes, we are playing with Soviet language, but English subtitle. Блядь. Bit on rails. What the? Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Очни. Таня? Таня, прекращайте шутки. Ну ты и Соня. Now this is how you fucking start the game. Подожди. Нервничал. Такой милый. Мой дорогой профессор Хименюк. Татьяна Амалиева, немедленно прекрати это ребячество. Где ты? Well, this looks like Chernobyl took a slight whoopsie and made it a bigger one. Воу! Ну хватит уже!
Fuck me. Well, if she's cute. Okay. Nice gunplay though. An interesting way to balance things out. I'm fairly sure that's not natural. Finder, I would guess. Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Future deterrence? Okay. Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда. Is she helping me? No, that does look Soviet. Так приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Нар церемониться не будет. Угу. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они тут тестируют свою рекультивацию чего-то там? По-моему, там нет никаких испытаний. Но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал. Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого...
Черноблита. Так он называется, Игорь. Игорь! Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. Что ты такое? Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора наконец разобраться с этим делом. Этот ваш план точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут босс. Похоже на ту ночную операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. К сожалению. Миша! Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через заборы в канализацию. Ох, канализация! Прямиком в подземное... Сергей... Дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Игорь, если начнется мясорубка, не высовывайся. Мы со всем разберемся, ладно? Не геройствуй. Без паники, Оливер. Где ты видишь героев? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. Хватит разговоров. Вперед! После вас, Игорь! Дамы и умники, вперед! А ты шутник, да? Вот дерьмо. Игорь, ложись! Гардет. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Это helicopter. Невидимкой. Так ты был в лаборатории? Ага. Недолго. Видел что-нибудь любопытное? Нет. Любопытного мне уровня доступа не хватает. Дай ко мне бутылку, Серега. Interesting place. This?
Но там есть трудес. Проперес. This game does not fuck around. Мне бы помощь не помешала. Это точно нужный вход. Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Три, шесть, да, не отлично. Но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности. На ближайшие час-два. Вы все не в безопасности. Надеюсь, память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер! Ты уверен, что эта твоя штука работает, Игорь? У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает. Просто нужно больше чернобылита. Он знает, что делает, Антон. Соберись и сосредоточься на задании. Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда, еще поржем над этой историей за кружкой. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Стоим! Вижу противника. Двое впереди. Тише. Антон, тот слева твой, а я возьму... Я займусь вторым, Оливер. Ого. Поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол.
ты его на потом приберем. Но утечек не видно. Давай уберемся отсюда и сообщим, куда следует. Рано еще! Возьми себя в руки и продолжай искать чертову утечку! Не был. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка АЗ-5 еще работает. Игорь, не надо! Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Вы это слышали? Голоса? Вот это вообще не тот вопрос, который сейчас в тему, Игорь. Ты как, в норме? Не делай этого, любимый. Черт. Черт, черт. Я не могу. Не могу нажать эту кнопку. Ну, как хочешь. Антон, выдвигаемся. К реактору. Бегом! It's a good fucking game, to be honest. Not much exploration, though. Просто не нажал на эту чертову кнопку. Времени мало, беги. Так что с радиацией? Антон, пожалуйста, ты меня нервируешь. Давайте там This actually exists, by the way, Chernobylite. But it's a variant of Corium. Но для начала исследования мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Куда-куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить. Да. Господи боже, на помощь! Holy shit! Ты? Что ты здесь делаешь? Оливер! Куда ты делся, Оливер? Что вообще было? Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем.
Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию Чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить им... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины, соединяющей две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила, надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо и изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его. Прочувствовать, подчинить. They really went ham with the stalker aesthetics or general idea. Day one, Chernobyl, morning. We're gonna leave it off here now, ladies and gentlemen, because it is 28 minutes. And it's checkpoint based, so I really don't wanna test the gods and see if they're kind to me today. So, till next time. Thank you for watching, or more precisely surviving up until this point, because guys know the editing's kind of interesting and my voice has a melodic tone to it. If you like what you saw, feel free to hit the subscribe button, like button. It does help out the statistics of the channel, gets more visible, you know, stuff like that. And to be honest, at one point I would like to actually make this a job so I can do better content with better quality, more games, more coverage, you know, stuff like that. Take care.